объясняю для мяса. Что-то пацаны местная дурь совсем не вставляет. Ага. Совсем не вставляет. Главное, успешный раш. На плент, кемплей и по скидка. Там где шмота, на файр-резист полез, рогнаросу пулить и лег. А за ним весь рейд 40 тел вайпнулся. Если РЛ нуб, то ни один хил не спасет. Гильстатик – это еще не гарантия успеха. Нет имбо-классов, есть прямые руки. Нубов ганкают только нубы. Им молит, им прувет. Только ачивкин, только хардкор. И напоследок не будет дом. Крутые девайсы не решают. Я застрял!